Что ж, приветствую всех, дорогие друзья, зрители, подписчики. Или просто гости. Вот такая вот планетка, называется она Айрон. 476. Если я правильно считаю вообще, сейчас посмотрим. Не. Айра 1476, наверное. Короче, фиг поймешь, я название напишу. Я вот ничего не читаю название планет в начале, потому что непонятно иногда, что они имеют в виду, когда пишут то или это. Ну, вроде тут горы есть, я смотрю. Довольно-таки цвет, кстати, интересный. Такой лавовый. И я что-то либо тут так, до фонарения камней. Ну, либо это деревья опять так прорисовываются. Ну-ка. Хрена здесь гравитация. Так, вот теперь вопросик немножко другой. Да, вверх здесь не взлететь уже. Только по касательно летать. Гравитация большая. Я вот, правда, не понял кое-чего. Почему она называется эти планеты железа? Или Айрол? Поймешь, что означает? Ну ладно, не столь важно. Так, платина. Часа на виражах. Еще надо выбираться отсюда. О, я все забываю. Кажется, я тут немножечко подзастрял. Сейчас выберемся, друзья мои. Мне уже не впервые на таких планетах быть. К сожалению. Можете посмотреть, как я на Ксионе там куковал. Там гравитация вообще 4. Ну, тут, по ходу дела, планета полная ресурсами. Горы есть. Относительно ровная. Правда, я не знаю, как колеса с такой гравитацией. Почему я говорю про колеса? Потому что колесную технику вроде как починили. Это все слюнки, пускай ее построить опять. Мне очень интересно, как на такой гравитации будут себя колесная техника вести. Колеса в землю не вдавятся. 3 раза больше, чем обычная. Ну-ка. Не, ну тут, кстати говоря, красивенько. Тихо, мужик, тихо. Я в тебе верю. Давай, давай. Неохота под землю уходить. А чё, пустынная А нет, тут скорее не пустынная, она туманная. Высокогравитационная. Вот как ее называть надо. Вот такие вот пейзажи тут, дорогие друзья. Все показывать, как всегда, не буду. Туманчик. Высокая гравитация. Большие месторождения тут, ресурсов, они напичканы почти везде. Ну, возможно, тут гравитацию сделали, потому что ресов очень много. Довольно любопытно. Что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, вопросы оставляйте под видео на YouTube. Подписывайтесь на канал. С вами был Черный Металл. Довольно мило. Всем удачи. Всем пока.